Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения за Россию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Уровень сложности божество, самый последний, в общем-то, огромная карта на 20 цивилизаций. Напоминаю, что спонсоры канала все серии уже видят сразу, во вкладке сообщества могут посмотреть, а для всех остальных они выходят раз в сутки. И у нас тут напряженный момент. На меня Чандрагупта напал, объявил мне войну. В общем, сейчас будем смотреть, насколько сильно Новгород получит урона от атаки лучником и дуболомом. Так, еще стоим. Это хорошо. Это, в принципе, неплохо. Надо ли мне подставлять... Надо ли мне подставлять... Сейчас, во-первых, я хочу улучшить пращника. Увеличит ли это? Да, силу города увеличил. Да, значит, нормально. Я думаю, что мы тут выстоим. Пока постоим так. Хотя он может сюда подвинуть. Если я сюда встану, то он обстреляет лучником и... Не, давайте не будем пока так, постоим. В Новгороде давайте все-таки юниты строить. Я бы, пожалуй, воина все-таки сделал. Два хода. Ну... Опять же, такая тебе вот хорошо, что я сюда не повел город ставить. Я бы тут не отбился. А тут такая территория у Новгорода. Хотя он может и сюда еще встать. Ну, посмотрим, как. Конечно, компьютер не особо хорошо соображает, в принципе. Так, 27-й ход. Нам одно очко осталось до темного века. Строится все. Да, я здесь хочу рабочего достроить. Все нормально. Да, оставим так. Ну, давай. Ух ты, больно все-таки бьет. Блин. Ну, надо идти сюда. Блин, все-таки может убить мне город-то. Да, не очень хорошо. Кстати, а что с Лаврой? Где я тут могу ее хорошо по... О, плюс 6, как вам? Плюс 6, Лавра. И сколько строится она, два хода? Ну, я бы следующим ходом начал ее строить. А тут надо... оленей. Так, торговца давайте. Или воина еще одного. Давайте, ладно, воина. Торговца и купить можно. Ну, блин, ну не должен сейчас Новгород упасть. Не может такого быть. Фуф. Но вот у нас тут есть проблема. И все равно... Так, тут холмы, да? То есть я не могу отступить, например, сюда лучником и стрелять оттуда. Восемь юнитов уже построил. Есть какой-то вариант вообще отбиться? О, сила... Блин, сила 20, но все равно забирается город. Может отступать все-таки лучником сюда, чтобы потом его отбить? Наверное, да, стоит так и сделать. Тогда, наверное, и дуболомом стоит отступить. То есть город падает в любом случае. Но мы его отобьем. Да. Давайте так и сделаем. Так, так.
Ну, к сожалению, разведчика нам придется здесь оставить. Начинаем лавру строить. Вот на это на плюс 6. Лавра плюс 6. Ну это благодаря пантеону на тундру. Конечно. Ну и все, у него одни лучники. То есть он захватит Новгород. Я его следующим ходом, по идее, отбиваю. Все, как бы ему уже нечем будет нападать. Давайте смотреть. Ну, я, правда, не уверен, что я отобью, потому что один лучник и два дуболома, наверное, не дадут. Ведь он себя оставил город. Давайте смотреть. 30 защиты, ну охренеть. Ну это вообще как-то нечестно. То есть у него уже мечники там где-то есть, что ли? Так, ну следующим ходом, я так понимаю, не должна сейчас лавра повлиять. А следующим ходом строится, следующим ходом я выхожу. Блин, ну это подстава немного. А он еще и вылечился. Тяжеловато. Тут тяжеловато, долбанный индус. Это прям еще лучников строй. Но он значит, в мечников уже вышел, понимаете? Или в этих... Блин, а чё я иду... У меня лошадей нету, до сих пор не обработаны. Ой. Ну, старт хороший. Всего один сосед, долбанутый на всю голову. Не, ну, говорят, должны отбивать. Если он тут будет лучниками тусить... Вот этот лучник еще сюда становится, мы обстреливаем с двух клеток. Может, пока лучника здесь еще одного хотя бы построить, потом уже лавру доделать. Так, давайте. Новгород, кстати, не самый прям крутой город. Отлично. Отвлекаем разведчиком на себя пока. Плюс 12 лечится. Так, в античность мы вышли в темную эпоху. Надо было все-таки побольше юнитов построить, особенно стреляющих. Ну, всего двух дуболомов убить и все. И он же ничего сделать не может. А так получается, город забрал, у него уже сила 30 у этого города. Видите, мы только 13 снимаем. Тринадцать, не знаю, атаковать этим дуболомом нет. Умрет же. Давайте в защиту встану. Ну, то сложно сюда подвести, но город, видите, падает потихоньку. Сейчас
сосуд у него. Так, не убьют, к сожалению. Скаута. Чандрагупта Падану построил. Сколько у него интересных городов вообще, в принципе? 20 к здоровью. It was luxuries like air conditioning that brought down the Roman Empire. Так, ранняя империя. Надо ставить на поселенцев. Ну, ладно, сейчас я подумаю, пока этот ход. Откуда у меня с варвары приперлись? Вот отсюда. Это ему далеко бежать туда сообщать. Минус 10. Минус 9. Тяжело, ну ё-моё. Колесо ускорили. Возьмем пока Магнуса в Питер. Ну, будем поселенцев там клепать. Да. Ну, божество, это божество всегда. Так, такое божество не меняется. Может, военную традицию открыть, чтобы бонус атаки с флангов? Или идти в политическую философию? Чандрагупта получается где-то здесь уже. По культуре, ну, в политической философии, скорее всего. Да, я хотел посмотреть, сколько у него городов. Ренасе 5. Ну, вообще, своих у него 4. Ему этот 5. Блин, вот он следующим ходом подвинет лучников. Если я следующим ходом город не возьму, а я, скорее всего, его не возьму, то будет печально немного. А что там с машиностроением? Далековато. Далековато машиностроение, чтобы в него выходить. Жаль. Первая лавра. Это сразу 6 веры сверху. Блин, да чё ж так слабо-то? Ну ё-моё. Теперь мне тяжело брать этот город, понимаете? Три лучника. Да. Торговля за 95 стоит. Поселенцев рано пока строить. Сколько там на пророков вообще еще идет? Да все, блин, на пророков идут. Я бы тут веру хотел получить, а уже, и уже три основано. Так, давайте молитву в священном месте делать. Лечимся. Даже не знаю, что обрабатывать. Надо производство делать, ладно. Тула уже начинает утрачивать лояльность. А Новгород не утрачивает, да? В Новгороде окей, все, ну зашибись. Не, ну Новгород важный город. Я там, конечно, проспал атаку. Несомненно.
Какого хера он так лечится офигительно? Еще один дуболом подошел. То есть 11, 13, 12. Ну не забирается, ну. Так, ну следующим ходом должен забраться, просто вот обязан. Смотрим, не должны убить мне этого. Вот. Сволочь, догадался лучника обстреливать. Город государства какое-то захватили. 3.20 к здоровью. Ну, ё-моё, без стен, без ничего. А лучника мне этого могут убить. Качнем. Дальше обстреливаем Новгород. 10 здоровья, все, блин. Воинами стоим. Повышаем до лучника. Так, сколько у нас тут накопилось? Давайте, нам пророк нужен в любом случае. Уже 4 религии основаны, но надо успеть. Надо успеть. Не видно кто, да? То есть главное, что индус не основал. То есть мы сможем на него нашу религию обратить. Так, Тула все правильно строится. Слушайте, пойдемте-ка. Блин, я вот немножко ступил, надо тут пастбище делать, чтобы ускорить. Пойдемте сюда пастбище делать, чтобы ускорить верховую езду. Мы явно долго еще будем мечников открывать, а тут хотя бы... С другой стороны, у меня лошадей нету. Как бы пофиг, по-хорошему. Выжил дуболом. Это хорошо. Но я никак не могу Новгороду снять защиту. Я не знаю, что делать. Так, тут на поселенцев поставим. Против варваров содержание юнитов. Ну давайте, я пока юнитов не строю. Так. Ну, давайте плюс 7 от всех. Знаете что, надо сдвинуться, к сожалению. Следующим ходом обстреляю тогда. Аж 4 лучниками нормально. Я думаю, захватим. Здесь в очередь ставим поселенца. Уже тут прокачиваем Магнуса на то, что создание поселенцев не уменьшает. Вот где железо. Тут хороший кластер из стратегических ресурсов. Мне бы тут города поставить, чтобы от меня индус отстал, блин. 521 сила. Ну, этот мудила, вот... И главное, нету этих юнитов, которые ему 30 силы дает. Это просто вот возмущает меня до глубины души. Тяжелая колесница 28. Давайте, может, колесо откроем, тяжелую колесницу, добавим силы городам. Сейчас, насколько он вылечится. Блин, все-таки...
Ну ничего, у меня тут прокачаны лучники. Одиннадцать. Двенадцать. Одиннадцать. Тут конкретно против дальнобойных атак берем. Подойдем. Так, пророк. Кстати, какой-то индус. Сиддхартха Гаутама. Блин, пока еще дойдешь до священного места. А уже 5 религий основано. Что за подстава? Блин, возьмем мы Новгород или нет? Да не, должны взять. Так, Тула тут может расти. Ну, момент истины. 14. 14. 11. Наверное, придется этого убить об город. На тебе. Твою маму, а? Что это за говно индусское? Ну, я не знаю, как мне его убедить от меня отстать. Это трындец. Это мрак. Надо колесницу будет купить вообще, наверное. Никаких защитных сооружений не могу построить. Ну что, военный лагерь ставить не надо, конечно. Мы посмотрим, что сейчас будет этим ходом. Но это какая-то печаль. Я просто не понимаю, как тут можно отбиваться. О, он отошел. Слонами, фуф. Ну это долбанный, блин, на божестве компьютер, конечно. Просто упоролся в слонов. Фу, может он мир хочет? Ну вообще пока рано. О, он с радостью соглашается. Фу. Слава богу. Ну. Так, надо выдохнуть, надо построить стены в Новгороде, военный лагерь и забыть про индуса как страшный сон. Фу ты. Такой урод. Просто вот, просто урод. Малину мне испоганил. Я еще успеваю, да, успеваю, слава богу. Ну, православие возьмем, если оно есть, конечно. Так уж и быть. О, да тут много осталось. Храмы и святилища производят столько же культуры, сколько веры. Вот это да, это надо брать. Довольство, святилище и храмы, жилье. Не, на культуру давайте.
Кроме того, крестовый поход, ну, типа распространить на индуса, да, и нападать на него. Священное место проводит культурный захват. Ну, не знаю, для России она и так куча клеток забирает. Построенные города сразу получают эту религию, если она является преобладающей религией у игрока построек. Но она не будет у меня пока преобладающей. Кампус науку. Каждое священное место, театральная площадь плюс одну веры. Маловато. Так, мечети. Дополнительное распространение плюс три веры. Конечно, мечети в православии, ну, что поделать. Пагоды и ступы не очень мне нравятся. Клирики-миряне не очень. Церковная собственность, ну, как вариант. Плюс 2 единицы веры от каждого города другой цивилизации, исповедующей вашу религию. Ну, можно подумать, кстати. Вообще у меня дофига веры, я могу попробовать сейчас быстрее священное место построить и на распространить на индуса. Может, это когда защитник веры? Стоимость миссионеров сниженная, апостолов. Блин, не знаю, хочу все-таки скорее святой орден взять, чем мечети. Давайте подумаем, вот 7 городов, да, предположим, у меня везде будут лавры стоять, везде мечети. Это там 27 веры вход, а на 30% снижена стоимость, это солидно. Ладно, давайте святой орден. Ох. Так, пошли вниз с варварами разбираться и брать руинки там. Так, что у нас тут стоит? Поселенцы, содержание юнитов. Все правильно. Вообще можно на варваров будет взять, когда политическую философию открою. Лечимся. Город-государство захватили. То есть достаточно было захватить у индуса город обратно, и он уже готов мир заключать. Мне надо вот здесь военный лагерь строить, я думаю. Кстати, а что тут с лаврой? 4 плюс 6. О, здорово. Вот тут военный лагерь, тут лавру. Плюс 6. Может, вообще сначала лавру? Так, сначала торговца купим. Сотка уже стоит. Ладно, подождем. Сначала торговца надо пустить. Ну, сразу свалил. Он вообще кого-нибудь встретил еще, кроме меня? Да, наконец-то кого-то встретил. Ну, вполне можно ожидать через 10 ходов еще одного нападения. Что мне бы в стены выйти. Sometimes the wheel turns slowly. Ну, этого, наверное, поведу сюда ставить. Сюда буду ставить сначала. Даже прохода нету. Короче, надо огораживаться от этого сумасшедшего индуса. Хорошо еще не Ганди, а так он вообще, наверное, с ядерками ко мне приехал. Конечно, ну, в этом плане везет, что ты против компьютера, потому что человек в такой ситуации бы никогда в жизни мир не заключил со мной. Я думаю, это понятно. Так, что откроем? Верховую езду, наверное, да, или письменность, или орошение. Ну, орошение мне вообще-то, по-моему, не надо. Хотя болото позволяет осушать. Ладно, давайте откроем, я тут болот дофига.
верховую езду. Так, сделаем. Ну и каменную кладку, конечно, стоит бы ради стен. Но нету камня вообще, чтобы ее ускорить. Так, здесь мы просто ставим в очередь поселенцев. Мне надо развиваться. Так, здесь дуболом уже не нужен. Ждем покупку торговца. Блин, а что ж тогда? Что мне военный лагерь, я здесь хочу строить, а тут лавру. Ну ладно, может тогда пускай... Да нет, дуболом не нужен. Давайте строителя тогда один ход построим. Ну не один, там 7 ходов, не знаю, сколько он будет строиться. Здесь рабочий тоже. Да, мало людей. Ты поменьше на меня нападай, тогда мне будет попроще достижения даваться. Кто такой интересный? Говорит, вам не очень достижения даются, мало людей у вас. Кто-то у вас, наверное, город захватывал, да? Было такое? Может, священное место построить? Ну, святилище имею в виду пока. И религию распространить. Да и укрепить можно. Ну, сначала я ее распространю. Особенно на индуса, чтобы он со мной хорошо дружить стал. Ох, я боюсь, я сейчас отстаю от всех офигительно просто. Наверное, скаут, кстати, бегает с этого лагеря, который я уничтожил. Ему просто некуда деться, он не бежит к своим лагерям, чтобы сообщить обо мне. Блин, не купил. Не купил этого. The man who has grit enough to bring about the afforestation. Торговца не купил. Давайте из Питера. Или, блин, или из Новгорода. Мне надо Новгород все-таки прокачивать. Так, что мы здесь? Что вообще Тула обрабатывает? Интересные клетки она обрабатывает. Ну, мне надо вот этих двух овец обработать для Новгорода и, пожалуй, рыбу, что пойдем сюда. Следим за парнем. Ну, сначала надо военный лагерь поставить и стены желательно. Давайте стены откроем. Мне каменную кладку... Нет, надо верховую езду сначала, чтобы более крутой юнит можно было построить. Ну, каменную кладку мне негде. Точно? Да, вообще нету нигде рядом. Так что без ускорения будем открывать. А, здесь поселенец 9. Ну... Тут лавру, наверное, хотя плюс 4. В принципе, почему и нет? Блин, тут уже театральные площади настроил. С другой стороны, тут кампус офигительный будет. Тоже на плюс 4. Может, подержать это место для кампуса лучше? Правительственную площадь где-то тут. А может, давайте правительственную площадь поставим.
сюда. Правительственная площадь нужна в любом случае. Вопрос, насколько теперь дружелюбным будет... Я строю святилище для того, чтобы сейчас покупать за веру священников и религию распространить. Особенно на индуса я хочу это сделать, чтобы он со мной дружил. Я не хочу с ним... Античность через 8 ходов закончится. Блин, что-то как-то быстро. Так, ну мне нужен... Мне тогда лодка нужна, получается. Это 4 очка будет. Блин, уже арбалеты. Как вам это нравится? Так, покупаем миссионеров. На Тулу, на Иерусалим. Кстати, что хочет Иерусалим? Копейщиков. А так 15-4. Да, надо быстрее. За 4 хода пускай построится поселенец, а я тогда тут заменю на 100% к морским юнитам. И трирему еще построю. Да. Так, значит, с верховую езду... Не, ну я выхожу в героический век, потому что я сейчас приму политику, тут выйду в античность, это все очки. Не, знаете что, я даже, наверное, не буду строить трирему, мне хватит очков и так. Стою здесь. Надо расселяться. Надо расселяться. Я очень затормозил с развитием. Спасибо индусу. Я очень надеюсь, что другой там сосед индуса ему как-то мешает. Ну, блин, вот этот арбалет. Конечно, не в тему. No hour of life is wasted. That is spent in the saddle. Да должно хватить очков, нормально. Так, пожалуй, уйдем отсюда лучниками. Так, обойдем. Поехали обращать. Давайте, пожалуй, еще сделаю миссионеров. Я смотрю, просто чтобы индус не основал седьмую религию. Что, у него идут пророки, в принципе? Да, что-то идет. Но тут есть и более ранние, я смотрю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, кто-то из них не основывал. Я думаю, что 4... 4. Что кто-то раньше индуса тоже должен основать. Ситуация на карте тяжелая. На этом, пожалуй, вторую серию прохождения «За Россию на божестве» я закончу. Спонсоры, по идее, во вкладке «Сообщество» должны уже видеть продолжение. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!